Всем привет! Вместе с увлечением туризмом и спортом в нашу жизнь приходит забота о том, как правильно одеться на время движения, при этом не таскать лишний вес за спиной в рюкзаке. В этом плане современные материалы не перестают удивлять. И ярким представителем оптимального сочетания веса и функционала является герой нашего сегодняшнего обзора – ветровка Compact. Ее можно взять с собой, даже если вероятность ухудшения погоды крайне ничтожна. Вес ее практически незаметен. При этом она настолько компактна, что ее совершенно спокойно можно положить в рюкзак или даже в поясную сумку. Своим боевым качеством эта куртка обязана ткани, из которой она сделана. Это легкий прочный нейлон с силиконовым покрытием. Такая ветровка будет оптимальной для пробежек, езды на велосипеде или же беговых лыж. Также ее оценят туристы-легкоходники и любители мультигонок. Куртка имеет зауженный крой, манжеты и низ куртки подрезиненные, что препятствует проникновению ветра. На куртке есть два глубоких поясных кармана на молнии. Центральная молния имеет ветрозащитную подпланку. Все молнии имеют ухватки. Куртка имеет специальные цветовозвращающие элементы, которые светятся в темноте, что очень удобно с точки зрения безопасности, когда мы ходим ночью. Вместе с курткой идет вот такой упаковочный мешок, в который куртка компактно складывается. Спасибо всем за просмотр. Оставляйте свои отзывы на странице изделия на сайте компании «Сплав».